Всем привет, дорогие рукодельницы! В сегодняшнем видео я хочу показать, как сделать вот такую интересную, нарядную, симпатичную заколочку для маленьких школьниц. Сделана она с помощью шаблонов звездочек. И покажу, как сделать вот такую срединочку, которая может быть в любых вариантах и цветах и подходить к любому цвету ленточки, из которой будут делаться вот такие заколочки. Ну и другие. Можно украсить любое изделие. В конце видео я покажу несколько вариантов с таким вот сложением лепесточков. Другие расцветки, другие заколочки. Для того, чтобы сделать нам такую заколочку, понадобится для начала ленточка двух цветов темно-синего цвета и белая точно такая же. Затем понадобится два шаблончика 8 и 7 сантиметров, шаблончики звездочки. Также понадобится нам 2 фетровых кружочка, у меня диаметром 4 сантиметра. Вот такая эпоксидная наклеечка. Стразовая цепочка. Затем понадобится нам ниточка с иголочкой, заколочка-уточка, зажигалка, ножнички, линейка и наш горячий пистолет. Для начала, как всегда, я хочу начать со срединочки. Вот такая вот интересная серединочка у меня изготовлена из ленточек, которых выполнена сама звездочка. Отрезаем сразу небольшой отрезочек белой ленточки. Она у нас будет срединочки. И такие же самые отрезаем 2 отрезочка синей ленточки. По бокам от белой мы клеим темно-синюю ленту. Стараемся приклеивать ровненько. От этого зависит вид нашей серединочки. С этой стороны наклеим еще одну полосочку. Смотрим, чтобы расстояние совпадало
другой серединочкой, чтобы они были одинаковыми. Лента хорошо крепится к фетру и будет хорошо держаться. Теперь берем нашу наклеечку. И аккуратненько клеим в серединочку. Вот такая серединочка у нас готова. Осталось теперь с помощью клея кристалл момент вокруг приклеим нашу стразовую цепочку. Пока наша серединочка подсыхает, мы сделаем наши звездочки. Я подготовила уже 3 слоя нашей звездочки. И сейчас покажу для тех, кто не знает, как пользоваться такими шаблончиками. Я сделаю вот такой вот нижний слой. По каждому шаблончику 8,7 сантиметров мы делаем 2 звездочки. 2 темно-синих 8 сантиметров и 2 белых 7 сантиметров. Но это, конечно, именно та звездочка, которую делала я. А вы уже будете делать так, как вам подскажет ваша фантазия. Возьмем нашу звездочку и возьмем нашу ленточку. Опускаем ленточку в центр и начинаем заворачивать. Вот таким образом мы каждый лучик оборачиваем ленточкой. Так. Можно закрепить саму ленточку, немножечко в центр капнуть клея, и тогда не нужно будет держать саму ленточку. Таким образом у нас готова звездочка. Теперь берем ниточку с иголочкой. Для темных звездочек я беру черную ниточку. Для такой ленточки старайтесь брать иголочку очень острую, так как она очень трудно. Здесь много слоев и очень трудно нею шить. У меня даже острая, очень острая иголка, и ею, видите, как сложно проткнуть все слоя этой ленты. Вот таким образом, прошивая, стараясь прошить каждый слой, для того, чтобы ленточка не развернулась. И закрепляем в центре. Я делаю вот таким образом эту с этой лентой звездочку. Я сразу снимаю, а затем заканчивай прошивать центр, иначе ее просто невозможно закрепить.
Вот теперь, когда у нас уже наша лента не на звездочке, мы можем свободно ее согнуть. Мы можем закрепить нашу ниточку спокойно, без труда. Вот видите, у нас сейчас получается вот такая звездочка. Лишние отрезочки ленты мы удаляем. Здесь делать, когда снята она, очень просто. Вот таким образом мы сделали нашу ленточку. Вот и наши элементы нашего заколочки готовы. Осталось нам теперь вырезать нашу серединочку. Аккуратно по краю обрезаем и зажигалочкой краешки подпалим, чтобы она не соталась. Наша серединочка готова. Осталось теперь только собрать нашу заколочку. Смотрите, каким образом мы ее собираем. Я покажу вам на нижнем отрезочке. Я убрала лишнее. Теперь смотрите внимательно. Наносим центр клей. И что мы теперь делаем? Изнаночной стороной поворачиваем к первому отрезочку и клеим лучик к лучику. Таким образом, чтобы у нас получался как раз друг напротив друга. Вот такая конструкция у нас получается. То же самое делаем и с белой звездочкой. Лучик напротив лучика. А теперь соединяем белую с синей лентой. Но здесь мы уже вклеиваем между лучиками. Прикрепим сразу нашу заколочку. И нашу серединочку. Благодаря тому, что на основе фетр, посмотрим, чтобы оно было наклон в одну сторону. Благодаря тому, что на фетровой основе, он очень хорошо и крепко клеится
на горячий клей к ленточке. Вот такие симпатичные заколочки у меня получились. Лента очень плотная. Под шапочками она не будет мяться, будет держать хорошо форму. Бантички эти получились, заколочки, 8 сантиметров. Они небольшие и очень хорошо будет смотреться на головке наших принцесс. Вот таким еще способом, как я вам показывала, я сделала еще 2 заколочки для наших малышек. Вот такие в горошек, мятно-розовый. И вот такие яркие. Здесь уже срединочку я делала без стразов. Мне показалось, что они здесь будут лишними. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Вы увидите еще очень много интересных и полезных мастер-классов. Не забывайте нажимать на колокольчик, вы будете первым получать уведомления о моих новых видео. Ну а на сегодня всем пока!